Крафтера Может, посмотри. может быть выходить из красной Крафтер зоны? Макси ВСР. Или входить все-таки? Кому нужен пулемет? Отдам за так. Ты его специально залил, что ли? Ну, я же не думал, что такое место будет. Город. У командира еще и ПЗРК, фига. Жирно, говорит. Жирно. Жирно. Каркарич. Че, это вообще карта такая? То, что... Каркарич. Да. Вертушка у них какая? Грузовая или боевая? Скорее всего, боевая. Ну, если боевая, если она зависнет, если там, смотря кто там пилот. Я отработаю с КСВК. Выбить сразу смогу движок. Я знаю туда, где стрелять. Бензобак. Нет, там не бензобак, там это выхлопные трубы есть. Вот туда. С попы. Так кто-то сказал уже то, что у них там литлборд есть. А если убьем двух гражданских? Литлборд есть. Если убьем двух гражданских, то ты че? Сольем, все. А че, гражданских до хранища, что ли? А, это... Животные за гражданских считаются? Это было просто... Что-то говорят. Питер такой только, а чё, где? Не, что-то сказали, я прослушал, ну ладно. Так, ну я из мечети выходить не могу. Поэтому строите план, исходя из этого. Это что получается? Транспорт. Мы за красный квадрат не можем вылазить. Угу. А, у нас... мне с КСВК куда-то надо сесть. Да. Мулах вообще не может за пределы мечети выходить. Давайте все нахрен заминируем. А, у нас да есть нет. Техника. Бомжи. Не, я думаю, там есть какая-то техника, это ж город. Уазик. Да дайте типа за лопату, пусть бункер копает. Пока время есть. Не, можно было бы раз такой этот скрип сделать. Окопы вылезли. Окопались. Вокруг. Если у тебя 6 мешочков, а каждый мешочек у каждого этого бойца. Да. Как у него ляжки. Пока построят уже. Не, ну можно было бы этот. Окопы же есть, как они там. Да, на этом. Вот. А это. Что за черный квадрат? Где? На юго-востоке. Да. Я. Хороший вопрос. И он удаляется вообще, ну-ка. Ага, конечно. Нет, это. Не важно. Не важно. Ну ладно. Я вспомнил, что это за карта. Ну. Нас тогда в спину всех постреляли, когда мы к мечети подбежали. Mm-hmm. Я помню, кто-то забежал в мой дом и бегает к этому этажу, я такой спускаюсь с этого этажа, такой смотрю, чувак стоит. Да, кстати, учтите, да, можно по домам рассадить. Вы учтите, что входы загромождать на мечеть, стены имеется в виду, которые входы, смысла нет, потому что стены ломаются взрывчаткой. Если у них она есть, то они взрываются. Как это было в прошлый как-то миске, когда Обаму надо было обронять, когда дом миску сломали. Обаму? Ну, да, у нас такая миска была, где надо было обронять Обаму. Ну, есть такая. И в общем, вместо того, чтобы нас рашить, да, другая сторона просто взяла и растерашила весь дом. Так зачем рашить? Там, наверное, на крышу высаживаешься и не балишься. А, так этот, я им вертолет сразу же сбил, включали миску. Крит, успокойся. Нет, я понял. Я им прям в кабину нахерачу. Так давайте просто ПЗРПГ дадим и все. Аллах Акбар, короче. Под себя? Под себя. Нет, он будет сидеть и охранить вход. Чтобы американцы боялись. Не, ну они туда это, закинут что-нибудь. Не, ну ты просто представь, заходит американец и вылетает обратно. Пойдут еще одни. Да, их много. Не, ну смотрите, можете занять близлежащих домах, засесть, подождать, когда подойдут, и просто так же в спины расстрелять. Как тарканы, выйдем. По-моему, в тот раз вот сюда вот, кто на мотоцикле кто-то приперся. Сейчас. Вот тут синяя метка. Ну, я сразу иду сюда. У нас вообще взрывчатки нету. Блять, я вообще канал поставил. Они теперь знают, что делать. Пусть думают, что это типа сливают инфу и что-то безопасно. А ты возьми и пойди туда.
Не, ну если вообще нечестно играть, то ПЗ может залезть на одну из вышек, там, посередине застрять. И все. И вышки сломают. Он не может подходить за пределы мечети. Ну, а вышка находится в пределах мечети. Если там вышка. А откуда они будут знать то, что надо по вышкам стрелять? Ну, я могу, да, действительно, на лестнице висеть, только это будет офигеть, какой интересный гейм. Паш, можно же стрим не включать. Я могу сделать иначе. Я могу сейчас залезть на стену, на этом, на лестнице, перезайти за другой слот, а этот пусть там сидит. Ну, он бежит, не? Нет. Или здесь... Так он же, Паш, не исчезнет. А, я выключу. Я выключу, и здесь не убежит. А они падают, когда это человек убежит на лестнице? По-моему, да. Просто можно было так много-много ботов поставить, и не упали бы, когда умирали. Я, наверное, так и сделаю, перезайду, то что-то мне забыло. Бота не убьет это скриптом? Нет. Не, ну насколько я понял, чтобы все взяли на эту лестницу, залезли, а этого нашего бота закрыли своими телами. Ну я найду куда-нибудь заныкать его, куда. И перезайти. Да. Так, а теперь придумываем план. Они готовы, рандом. Мы не готовы, они придумали еще. Мы готовы. У нас все, оборона. Только куда снайпер пойти, вот мне интересно. На место. А у нас день или ночь? Блин. А что, КВ, КВ, чё? Ну клир пошли вместе, короче. Пацаны, а КВ? Пулеметчик и снайпер, блин. Нормально же. На кране. Да. Один с крами парень. Рацию забыли написать. Да, одна рация, первый канал. Сейчас, правда, флуду будет дохерища. Нормально. Бля, ночечка. Идеально, есть общий канал, есть канал группы. Короче, метки никто видеть не будет, если в группе. Убитый граждан. О! Я уже убью, пошел убивать. А, чёрт-моё, отдай! Так давайте просто фонарики возьмем, будем слепить их. А потом они типа тебя будут со всех столов слепить. Ой, а у нас пулемет. Берем Макаров. А что за боты, блядь, стоят? Фонарик. Кому бан? Бан скрин. Лайк ушкали. Кого есть рюкзак? Он не нужен, или там бот? Да? Он тебе не нужен? Нет, да. Лишь моя машина! Блин, а все забрали, а? Слушайте, надо такие позиции занять, чтобы мечеть было просматривать. Входы видны были. Пацаны, давайте ящиками входы вон зайдем. Едут уже, ё-моё, ящики. Откуда быстро? Едят с юга... Ой, кто там орёт? Блядь, поёт. Откуда, дура? Боже. С 220 там какая-то сволочь на ландаке приехала. Может, гражданский? Не-не-не-не, ландак гражданский. Я понял тебя, иду. Вертолет, иди. Вертолет.
Ай-яй-яй. Паша упал. Нет. Серьезно? Я без человека плохого нахожу. Но это не Паша. Это... Солдат. Снайпера вижу, сейчас я его... Ну вылази ты из этой... Здрасте. Ну и... Хаммер едет на 120. Снайпер на крыше, слышишь? Направление. 220. Ориентир, можно? Там два снайпера. Ориентир, можно? Дом, на востоке короче, Хаммер остановился. О, слышали? Дом как выглядит. Туда лазер светит. У меня нет ПНВ. Да я тоже без ПНВ. Вертолет на западе, это аэропорт, садись. А кто долбит здесь ШК-4? С горы? Это Хаммер. Вертолет на западе садится. Поем. Понял. На аэропорту. Там же Хаммер на аэропорту, они с аэропорта запада будут. Вижу вертушку, идет. Да, там уже на западе Хаммер. Там они, у них высадка вся. На вас там что-то. Кто без света стоит? С ложек там. По нам вертушка. Кто прожектором светит? Да нет. Ой, что это? Что это такое? Это у спидера бомбанул. Нашел чувака с циклой, который тоже сдох. Игла не наводится на вертолет. Да, проблема. Что делать? Вы уверен? Да. Уверен. Наводится. Я что-то далеко. Кто прожектором светит? Кто прожектором светит? Там ботсы какой-то. Петушка села, что ли? Зависла. Над землей, ее не видно. Вижу ее. Ага. Блин, ну ветер. Сейчас не сводится, до этого сводится. Только суббота сводится, я. Литл летит. Десант бросили. Направление десанта. Прям рядом с зеленым, с нашей точкой, прям, где мы за все зарезали. Да. Вертолет сбит. Ага. Попадание. Одного убил. Вертолет сбил три. Уже тут. Где возле мечети? Да. Они прям скинули на мечеть все. Лечу. Спитер, ты рядом ходишь, да? Я вбегаю в мечеть, по мне только что стреляли. Короче. В мечеть нафиг бегу. Тут помолимся. Бот стоит. Тут бот около пулемета стоит. Ну нахуй, это КС.
связи. Нашел подшипник. Я на связи, вижу врага. Враг медики, медики есть? Где-то, в принципе, есть. Вижу врага, бегает синий. Снайперов сняли, нет аудитория. Нет, я пострелял. Окей, на верхнем осу... Сейчас скажете, по своим буду стрелять или нет? По своим? Ну если не орят, не орут, значит нет. Нет, враг с юга. Но, метку медик. Не сделали спектакль. Тут такой мистер читер. Еврач. О, чё, я долго искал. Еврач, ты такой зашел, я слышал, кто там поднялся, не мог понять в темноте, что там у меня шумит, кто-то поднялся. А потом, Паш. Хопа, чё? А где ты спрятался? Да я в доме сижу, напротив входа. Здесь такое читерное место есть. Северо-западный угол, там, короче, башенка такая стоит у стены. Большая. Видишь? Сейчас у меня птичка включится. У меня ворона. Чёрт, да, застрял тупит. В текстуре птичкой. А ты подумай, где чё? Северо-западный угол. Там башенка такая одиночная есть. А, вопрос, а где север, где запад? Там, где аэропорт, там запад. А смотрите вообще не в тему. Там какие-то по сторонам. Она не бьет? Ну, возле угла, короче, большая такая вышка стоит. Она возле угла стены. Справа, короче, я вижу, да. Да, и там, короче, поднимаешься и можешь туда просто сесть. Полуразрушенная? Но она нормальная, целая такая, слушай. Одиночная, в правом углу, если да. На аэропорт. На территории этого замка. Да, на территории. Там, короче, поднимаешься на неё, ложишься и кипяешь лестницу. Странно. И всё. Как-то меня там добили, никто не зайдет. Никто не убьет. Здесь спектакль работает? Нет, не работает. Нет. И никто не убьет, потому что, ну, закинуть туда что-либо сложно. Не, красивее всех умерли, мы с Броком, все. А, он уже здесь был, ясно. Паша, миссия без спектатора это садизм. Да ладно. Да я помню, мы бабочками летали. В одной комнате миллион бабочек. Полетели к Мулаху. А что женщина делает в автомате? Я её поставил, там чистил. Вот стреляет уже, смотри. Меня сейчас тошнит от этой птички. Ой, красиво-то. Кто-нибудь подлетите к Мулаху. Кто такой Мулах? Я не защищаю. А где он? Я не вообще найти должны. Вон он лежит. Лежит где? На втором этаже. Ещё. На втором этаже? Да, подлетите к нему. А, все, я вижу. Ну. Ой, ну ты классно его спрятал, Паш. Я прям не найду никогда. Нет, подлетите прямо над его головой. Это сложно сделать. Я знаю, ты на стрелочке, ну. Ты на стрелочке в SSD, короче. Вот так вот. Капитан. О, я вижу бабочку одну летающую. Ну, Клин, ты что ли паришь? Это я, да, вот так вот. А эти я не вижу. Я смотрю, Тесан там в виде трупов высадился практически. Да, это мой скоро сам. А где ты летаешь? Сейчас, я пытаюсь назад полететь. А, вижу, в натуре, лол, бабочка. Бабочки. Ночная бабочка, но тоже, виноват. Да я тоже. Путана. Блин, я не могу, я тут вверх вниз падаю. Надо помешать этому. Кто тут на лестнице сидит? Это летает перед лицом. Там снайпер сидит, а да, перед лицом у него. Оп-оп. Оп-оп. Там снайпер какой-то? Нет, там с фанфалом. Оп-оп-оп-оп. Две бабочки. Третья. Сейчас пытаюсь выдулить. Это сложно. Чёрт, сложно. Хоть через крышу, через стену пролетел нормально. Ай. Да, да, тоже. Застрял в стене всё. Потрачено. Я в стену, влетел в следующую стену. Чё я б***ь так?
Вижу бабочку одну. Я прям перед дулом летаю. Я не понял, а кто меня в доме убил в этом? Ленина. Где с Еврочем кто был? Такие просто бабочек миллион. Я думаю, он ничего не понимает. Нет, они нас видят. Ну видят, но ничего не понимают. Типа, ну бабочки, окей. Он мешать начали. Вы где их нашли? Да ладно, второго этажа сидит. Блин, я застрял. Да, он понимает, он говорит. Задеть в погоне. Где он? Я его потерял. Во-во-во, он правее отошел к лесенке. Обратно отходит, обратно. А, я стену протаранил. А, где он? А, он на прежнее место ушел. Как мухи. Слетелись на говно. Я починил. Починил свою бабочку. Музыка душевная. Я ему сквозь голову пролетел нормально. Вас убивать что ли? Или что? Это не он. Ладно, или у меня лагает. Я не знаю. Ну это не он. Там трупы. Я вообще потерял управление над бабочкой. Не понимаю, как она работает. Я уже... Кто-то сломал бабочку свою или что? У меня блевотрон какой-то, 3000. Это как вертолет нужно для ВССД, короче, и поворачиваю по оси. Я чё, свою убили? Вертолёты! Я кто-то сидит. Я за бабочку за ролик на вещь поставил. Оп-во-во-во, я починил. Может дистанцию бабочки поставить? Что такое дистанция бабочки? Сколько? Не знаю, я поставил 350 метров бабочку. 350 метров бабочка, короче. Так, у тебя зрелок есть? Ну, на стрелочке вверх-вниз. У меня такого нет. У меня еще задание. У меня пластмассовая бабочка. Кто считает себя РПГ? Судя по всему, этот АТ-4. Подгоняет стрелок. А кто это? Есть инфа? У меня бабочка ничего вверх. О, вижу бабочку. Нас тут трое. Прям рядом с Саммерами. Не, ты даже вижу. И я подлетел. Три, перед лицом, перед лицом. Окружаем, окружаем. Что за раки делаешь? А как повыше? Как на вертолете, да. А, муха тоже. Да, без коробки, да. Ой, боже, мышки вверх-вниз управляешь, он такая детская сама. Не, мышкой не надо, да. Боже, я тебя не могу остановить. А! Это он стреляет? Нет. Нет. Ну такая вот фак бабочки. Чё-то, по-моему, американцы уже все поумирали. Да? Я думаю, я подоставил женщину на пулемёт прямо перед входом. Охраняй. Ну ладно. Шала. Она сказала «Нанотсен» и все, я ушел. «Нанотсен». «Нанотсен». Хотя нет, кто-то тусуется. Вот это вот кто? Наверное, кто-то автомат подобрал, нет? Сейчас подлетаю к ним. Случилось? Подлетаем где он, Паша, где так, давай подлетаем? Так, еще один, где? Кому подлетать? Так, еще один пришел. Пошли, где-то какого-нибудь другого найдем, подлетать двух, будем. Двух американцев вижу. Я забежали в территорию. Пошлите к ним, полетели. Я застоял. Где они? Они у входа тут. У одного из входов. Так они как наши. Ой, западный. Еще пришел один. Я застрял. Вот. Они поднялись на лесенку наверх, по-моему. Да, по стенам. Там чувак с ПЗЛК умер. Какой-то, не знаю. И вертолеты. Пошли, полетели, мой чувак сидит около трупа на лестнице. Мы перед ним. Как мешаем, мешаем, мешаем. Атория, ты где сидел? Блять, как... На кране? Нет. Мы перед ним летали, не? Над этим сидел. Так тебя сколько не сняли? А, так это было, у тебя бабочки летали. Так это тебя бабочки?
Ты видел бабочек? Да. Я думал, у меня 3 или 4. Да, я думал, уже с вас уже бабочек. Быстрее мешать. Откуда? Мы выполнили свою работу. Блять, сижу такой, охереваю, блять, бабочки летают. На говно сидишь. Голову влево, голову вправо, блядь. Потом уже начал убегать от них. Что это за хорошо? Лера из телека. Что это за хорошо? Нуклет в душе, нуклет. Я в каком-то чуваке застрял, не могу из него вылезти. Дышать больно. А на втором этаже лежит кто? Мне больше смерти монстр, действительно. Понятно, хорошо, что ты попрятал. Самое интересное, если боты не найдут. Как его найти там? Тебе через окошко, через ветку сняли. Видишь, там ветка есть какая-то. Там 4, а сколько сразу? Это Зоник, скорее всего, получается. Он, у него М110 был. Паш, перезайди обратно за бота, скажи, что ты за него и был. Я буду, короче, та бабочка, как в Властелине колец. А, нет, все, уже поздно. Провести его, как всё. Мини, что ли? Нет. А можно я перезайду? Ну просто бабочка ничего не сможет сделать. Знали, что за бабочку можно сделать? Ну да. Это странно. Ой, еще один мертвый чувак висит. Ну ёптать. Я в лестнице. Бабочки атакуют. Восстание бабочек убить. Где вы летаете? Я возле снайпера. Я застрял. Магазин, который лежит. Они боятся входить, как я понял, да? Думаю, что здесь свое отделение сидит. С пулеметом. Не делай прям. Дикий. Азданик. Давайте будем мешать ему стрелять. У них тепловизоры. Я вообще возьму этот залип, как он там называется. Давайте за Азданик. Он... А где он? Ой, эти бабочки все сломали. Азданик этот поехал у меня, у вас тоже он едет? Азданик уезжает, по-моему. У меня Азданик уезжает тоже, он сейчас уедет. А, да, уезжает. Остановите. О, кто-то зашел. Он головой шевелит. Головой шевелит и едет. Да, и сейчас упадет, нафиг сломается. Все, сейчас сломается. Вот. Где Азданик? Куда ты, Азданик? Азданик, мешаем снайперу в этом, в мечети, он в мечеть зашел. Где он? На первом этаже. Да. Он в одну из комнат зашел внутрь, который маленький. Ковами. Пазами с этими. Оп, бабочка. Играйте. Он в меня вошел. Еще одна. Он в меня вошел. Еще две. Смотрите его. Куда ты убегаешь? Мечеть или где? Да. Возле быстрее на бота заходи. ПНВ надел. Видимо, темно. Возле быстрее на бота за мулаха заходи. Смотри, ты бы поднимался наверх, не проигнорил, честно. Кто это? Так можно было с него одежду встать и притвориться, что он гражданский. Надо было это, да, боту оружие, это, ну, ты понял. Да, сбросить. Снять. Да. Он бы лежал такой, what the fuck. Все. А сейчас спустится с другой лестницы, наверное. Нет, он там еще ошивается, на втором, на третьем. А он один остался, нет? Нет, еще нет. Нет, еще там бегает. Брякает. Он бегает под руку, он ищет. Вертолеты. Пять эти бабочки. Да, это мы. Так, я его нашел. Захожу на лестницу. Меня закет заставил. Меня убили бота? Эх, убили все-таки меня. Было бы круто, если бы были вороны. С крыши мечеть. Вороны прям летают в рыбу.
Я, кстати, вертолет сбил и этого чувака. Вообще за кодовок, да, знаешь, кодовок. Вертолет сам упал, там пилот выпал. Ну я в него ракетой зашпанил, я слышал выстрел попадание. Ну ты уже по пустому. Какие ракеты на ястребе? Хотя было бы еще веселее за кабана играть. Бегать за кабаном по городу. Быстрее давайте мешаем ему лутаться. Он лутается. Садишься в УАЗ и уезжаешь. А вот, интересно, он видит его сейчас, а? Если спустится по другой лестнице, да? Там столб мешает. А, пацаны, застрял. А, типа, все сломанные, все 8 или так. Мешаем Прайсу. Тихо. Максимально. Как вы узнали, что это Прайс? У него это... Седая борода. Понял. Рубите? Нет. Какой рубите, дурак? Что это там последний наш остался один. Игрок остался. Да, последний наш. Что творит? Кто игрок? У нас игроков не осталось. Остался. Последний, он в магазине лежит без сознания. Да, и это, он ранен, как и я был. А по времени ограничено? Они с друг другом пристрелили. Вроде бы. Ну тогда стоит рубить, на самом деле. Ну, да, давай рубим. Да не, они поздно не найдут, если голоса свалит, это все. Пусть находят. Они рано или поздно найдут, тут миллион лет можно искать. Ну, мы пока помешаем за бабочкой. О, они же... О, так я Брока убил. Своих убил. Я убил Брока, офигеть. Ха, убийца, убийца. Я убил краба. Я военного убил. Вообще бандай там зацепил. А кто, еще там кто победил? Кто зарубил? А, я убил флайера. Админ. Офигенный ответ. Кто выиграл? Да, мы ничего не.